Зима – это любимая и нелюбимая пара многих. С одной стороны, это снег, зимние развлечения и праздничная атмосфера, когда с другой стороны – холода и не очень комфортная погода. Куда можно пойти зимой и чем заняться на выходных в Твери, расскажет наш корреспондент. В первую очередь скажем о том, что не нужно делать зимой. Это хандрить, скучать и сидеть дома. Поэтому одевайтесь теплее, берите в руки коньки и скорее на каток. На сегодняшний день горожанам доступны 4 открытых катка. Самый популярный из них – каток в Парке Победы. Он работает с 10 до 22.00 без выходных и праздников. Еще покататься на коньках под открытым небом вы сможете в Бобачевской роще, на территории парка Дворца творчества детей и молодежи, возле торгового центра «Лента» и спортивного комплекса «Планета». 10 и 11 декабря любой желающий может посетить бесплатные экскурсии в Тверском городском музейно-выставочном центре по выставке «Рене Магрит». Для того, чтобы посетить экскурсии бесплатно, нужно всего лишь приобрести билет. А молодежи не стоит забывать, что можно пойти в Тверской городской музейно-выставочный центр совершенно бесплатно по программе «Пушкинская карта». Пленительные картины ребуса Рене Магрита побуждают нас к размышлению о парадоксальном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого. Ведомые художником на экскурсии, вы попадете в созданный мир Рене, где каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз. Начало экскурсии в 14.00. А в воскресенье, 11 декабря, всей семьей можно насладиться выступлениями настоящих цирковых актеров. И все это совершенно бесплатно в торговом парке «Н1». В программе примут участие лауреаты престижных всероссийских и международных цирковых конкурсов, а также участники телепроектов «Синяя птица» и «Минута славы». Не пропустите это настоящее бесплатное шоу. Не стоит забывать и про рождественскую ярмарку на Трехсвятской, на которой любой желающий сможет приобрести елочные игрушки, новогодние сувениры и изделия местных мастеров. Ярмарка открывается 10 декабря и будет работать до 8 января 2023 года с 11 до 20 часов. А как будут проводить время на выходных жители Твери, мы спросили у них самих. Фильмы смотреть. А новогодние? В семье, с семьей, дома. На выходных, ну, отдыхать с друзьями, кафе новое, очень много на Радищево открылось, а также планирую за город. А гулять в центре города не планируете? Ну, так как сейчас открывается рынок, предновогодние торжества, подарки, конечно, буду тоже ходить и выбирать на Новый год подарки. Мы дома сидим, мы пенсионеры, мы сидим дома. А гулять не планируете? Гуляем, да, по городу. Красиво. Вот сейчас все здесь делают, чтобы было красиво в городе. Конечно, пойдем погуляем. Бассейн у меня есть. В бассейн хожу, гуляю. Так что наслаждаюсь жизнью на пенсии. А готовитесь уже к Новому году? А как же? Уже маленькая елочка стоит. Так что все хорошо. А дальше подарки присматриваем. Так что все будет хорошо у нас. Так что даже в этом не сомневаюсь. И вам всего хорошего, с наступающим вас. У природы нет плохой погоды, поэтому наслаждайтесь настоящими зимними днями по полной. Хороших выходных.